Они всегда готовы прийти на помощь не по долгу службы, а по призванию. Пенсионеры, инвалиды, тяжело больные люди – те, кому всегда будет нужна поддержка социальных работников. В Самарской области больше 20 тысяч человек работают в этой сфере. В профессиональный праздник они получают награды. Галина Подлужная более 40 лет проработала в Самарском отделении Красного Креста, а сегодня награждена знаком отличия за заслуги перед Самарской областью. Мы одна из старейших организаций общественных и выполняем с 94 года государственный заказ по обслуживанию самой тяжелой категории больных. Это онкология, сахарный диабет, бронхиальная астма, психохроники. Тяжело, конечно, переживают. Многие переживают, домой уходят с таким тяжелым настроением. Но кто-то же должен. Награды вручил первый вице-губернатор Александр Нефедов. От имени главы региона он поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Сегодня более 1,5 миллионов жителей губернии получают различные социальные выплаты. И на социальных работниках особая ответственность, чтобы поддержка государства сделала жизнь более комфортной. Приоритетных направлениях правительства губернатора Самарской области – это забота о человеке. Более 30 миллиардов рублей выделяется с областного бюджета для тех, кому нужна помощь. И спасибо огромное, слава благодарности вам за ваш нужный, благородный труд. Благодарности сегодня звучали в адрес людей самых разных специальностей, ведь в качестве социального работника трудятся и врачи, и педагоги, а порой эту миссию отчасти выполняют и журналисты. Я вас тоже поздравляю и считаю, что журналисты, на наш взгляд, вы тоже социальные работники, потому что через вас люди получают нужную информацию от нас в том числе. А очень часто вы, подключаясь к проблемам конкретных людей, по сути, миссию социального работника выполняете. Мы вам за это очень благодарны. Спасибо вам за работу. Олег Зверев, Сергей Баскин. События.